Краса народжується у професійних руках команди салону «Орхідея», яка складається з 4 чарівних жінок. Вони, завдяки вдалому використанню текстилю, наділяють інтер'єри душею. Як же їм вдається зробити це в інтер'єрах преміум-класу? Інтер'єр преміум-класу – це коли повністю проработан інтер'єр в деталях, і штори являються доповненням этого интерьера. Понятное дело, что это текстура ткани, это бренд. И он полностью подбирается индивидуально под каждого заказчика. И когда мы смотрим картинку интерьера, то она гармонична с хозяином. И самое главное, она гармонична, в которой можно жить. Интерьер премиум-класса, он, безусловно, состоит из тканей. Эти ткани должны быть высокого уровня. Производители должны быть хорошие, надежные, должны быть поставщики, вот производители и поставщики, которые мы давно с которыми работаем, и мы знаем, как в обслуживании затем их ткани себя ведут. То ли это будет велюр, то ли это будет хлопок, то ли это будет лен. Секрет довершеного інтер'єру у вдалому поєднанні фактур і кольорів. І це якнайкраще відображається у використаних тканинах. Текстиль для інтер'єра преміум-класу може бути як бархат, так і сжатая ткань. Це повністю може бути воздушна, легка. Все буде залежати від стилю інтер'єра і від того, что любит заказчик. Сейчас очень интересно это смешение стилей. Обратите внимание, многие дизайнеры дают свои интересные представления дизайна. Это может быть пластиковый стул и велюр. Это может быть невероятное сочетание разных стилей. И как их назвать, это уже дело каждого дизайнера. То есть абсолютно сейчас есть абсолютно классический стиль. Мы его называем дворцовым стилем. Так, сучасні тенденції не мають меж. Стильових рамок у 2021 не існує. І, скоріш за все, так буде і надалі. Люди прагнуть креативу. І цей креатив відображати у своєму життєвому просторі. Виробники текстилю підтримують цей тренд і створюють величезне різноманіття кольорів і фактур у тканинах. Мы работаем с большим количеством производителей: Турция, Испания, Англия. Конечно, самые любимые являются для нас это Германия и Англия, потому что у них очень интересные и разноплановые предложения. Это яркие, сочные оттенки, то есть там очень много сочетаний фактур, цвета, который очень выигрышно поддерживает и подчеркивает ваш интерьер. Не потеряться в текстильных трендах нам помогают выставки, которые мы регулярно посещаем с большим удовольствием. Текстиль премиум класса должен нести какой-то уют, гармонию в интерьер. Вот. Это не обязательно должны быть какие-то спокойные, монохромные тона. Это должно быть что-то яркое, что-то интересное, чтобы когда человек заходит в комнату, он сразу видел изюминку своего интерьера. Так, родзинка. У цій важливій інтер'єрній ролі може виступати будь-яка деталь, а яка – вирішуєте ви самі. Мы используем текстиль при оформлении каких-то декоративных подушек. Это может быть обивка мебели. Также изготавливаем из текстиля покрывало. Это может быть на перрончике, это может быть скатерть. Всегда интересно работать с тканями, которые подчеркивают интерьер, которые добавляют каких-то красок, яркости, живости интерьеру. Творчих ідей з використання текстилю в інтер'єрі може бути багато. Скільки людей, стільки й смаків. Але об'єднувати їх має одне – екологічність. Тільки так. А допомогти з правильним впровадженням інтер'єрних фантазій у реальність допоможуть тут, у салоні «Орхідея». Салон «Орхідея» – це наше творчеське начало. Тобто ми повністю работаем для клиента. Наша работа заключается в том, чтобы увидеть, что клиенту важно, что клиент хотел бы видеть в своем интерьере. И мы стараемся выйти на диалог, полностью узнать, в
вкусы клиента, пожелания и с чем бы ему было хорошо жить. Мы очень много смотрим на работу архитектора, и мы стараемся в унисон с архитектором делать интерьеры. Они не будут отличаться по стилю наше видение текстиля и того архитектора, который создал общее пространство. Чарівниці царства під назвою Орхідея. Подивіться, на ваших очах прямо зараз народжується яскрава, незвичайна інтер'єрна казка.